Глава 3. Считайте, что работаете только на себя. Я капитан своей души, и я хозяин своей судьбы. Уильям Хенли. Отныне и навсегда возложите на себя полную, стопроцентную ответственность за все, что вы сделали прежде, кем являетесь сейчас и кем станете когда-либо. Откажитесь от попыток искать оправдание, либо сваливать на других вину за любые свои проблемы или недостатки. Прекратите жаловаться на те вещи в жизни, которые вам не по душе. Откажитесь от привычки критиковать других людей за что угодно. Вы и только вы несете ответственность за все. Если в вашей жизни имеется что-то такое, чем вы недовольны, или что-то вам не по вкусу, то изменить это – ваша и исключительно ваша задача. Вы отвечаете за все. Лишь верхние 3% американцев считают, что работают на себя, хотя чек на зарплату им может подписывать и кто-то другой. Самая большая ошибка, которую вы можете когда-либо совершить, придерживаться мнения, будто вы работаете на кого-то другого, а не на самого себя. В действительности вы всегда работаете только на себя. Вы всегда состоите президентом собственной корпорации по оказанию себе личных услуг, независимо от того, где находится в настоящее время ваше рабочее место. Когда вы придерживаетесь мнения, что работаете исключительно на себя, то развиваете в себе менталитет предпринимателя. Менталитет целиком независимого, ответственного за себя и инициативного индивидуума. Вместо того, чтобы ожидать, когда произойдут определенные события, вы заставляете события случаться. Вы рассматриваете себя как хозяина собственной жизни. Вы считаете самого себя полностью ответственным за свое физическое здоровье, свое финансовое благополучие, свою карьеру, за свои взаимоотношения, свой образ жизни, свой дом, свой автомобиль и за каждый другой аспект своего существования. Это и есть психологический настрой миллионера, который сам заработал свои деньги. Люди, несущие ответственность за себя, весьма интенсивно ориентированы на результат. Им всегда присущ высокий уровень инициативности. Они добровольно берутся за непростые задачи и всегда просят о том, чтобы им предоставляли как можно больше ответственности. В результате подобные люди становятся в своих организациях самыми ценными и уважаемыми сотрудниками. Они непрерывно готовят себя к будущему занятию таких постов, где больше властных полномочий и выше ответственности. Вы должны поступать точно так же. Здесь возникает вопрос. Если бы вы были сегодня президентом собственной компании и несли полную ответственность за результаты, достигаемые по месту вашей работы, то какое единственное изменение вы распорядились бы немедленно произвести? Независимо от того, каким окажется ваше суждение, запишите его на бумагу, составьте план и сегодня же начинайте реализовывать его. Одно указанное действие может полностью изменить вашу жизнь. Действенное упражнение. Перечислите свои любимые причины и оправдания, объясняющие, почему вы не преданы всей душой делу достижения своей финансовой независимости. Есть ли в вашей жизни что-нибудь или кто-нибудь, кого вы обвиняете в сдерживании вашего развития? Принимайте на себя всю полноту ответственности за собственную жизнь и сегодня же начинайте действовать.